по стрелкам шел туда, рисовал стрелки. Мы решили вернуться, где можно ходить. Здесь, видишь, песок, походу, просто затапливало. И отсюда песок. Пройдем побольше лучше по этой тропинке. Мы сейчас к себе придем, да? Пошли туда. Вот мы. Да. Нет, мы пришли не здесь, но почти здесь. Мы пришли с той стороны от этой хери. Вот тут. Да, сейчас мы идем туда дальше. Но мы идем сейчас как бы по правой стенке все время. Нет. Сейчас Илюха отсюда вылезет. Вот он идет параллельно нам. А нам куда? Ну, если ниже, то туда. Если выше, то туда. Да. Я говорю, вот эту часть мы еще не обследовали. Часть за часть. Ален, далеко не уходи, а то потеряешься. Вон веревка идет какая-то. Найдем ему сейчас. Выход, где тропинка будет там. Нет, вот тут куча, видишь, три веревки, а что дают? Видимо, это один из выходов. Вот, тихо, аккуратно. Просто мы, получается, сейчас обходим, мы центр пропустили. Мы сейчас, получается, пропускаем центр пещеры. Мы не весь центр обошли. Нет. А зачем тебе помнить, куда тебе идти? Вон здесь все излазано, видишь, тропы такие. Да, но мы в центре не были. Вот сейчас мы свернули. А, это вот она есть? Да. Ну да, получается, что мы чуть-чуть не пролезли. Что, вылезаем? Да. Ну, пошли. Хотелось побольше. Побольше, только они где разбиты, да, где еще там второй уровень. После пещеры там еще был, конечно. Ну а вот сюда выходит, Илю, скорее всего. Он вот сюда выходит. Вон там он, она. Вот этот лаз и есть. Нет, это другой там. Там, где был замыт, там три погибли. Да. Это вот отсюда, вот она параллельно пошла. Нет, там дальше идешь, и там дальше после этого замытого еще будет. Ну, может быть. Вот молоко, да? Сразу плюс 30. На улице. Плюс 35.